наш край на протяжении всего исторического времени это был край многонациональный, где накоплен очень богатый исторический опыт доброго взаимодействия между народами, соседства между народами. Организатор форума – администрация губернатора Пермского края. В программе ряд деловых мероприятий, дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам межнациональных отношений в России. Например, о том, как добиться взаимопонимания между представителями различных наций, каким образом должен строиться конструктивный диалог между органами власти и обществом. Цель вот этого форума, который мы запланировали 17 числа, пригласив всех наших коллег из других регионов, попытаться создать такую, наверное, первый раз большую федеральную площадку, где бы мы могли поделиться не только теоретическими знаниями, но и попытаться на практике, в том числе, обсудить те или иные вопросы,